маленькое видео про новый ивент к лунному Новому году. Итак, чтобы активировать этот ивент, вам сначала нужно подойти вот к такому вот NPC, старик в белом одеянии. Он у вас будет на любой сейф-зоне, как я понимаю, то есть туннели, коровье, черный закат, не суть. Вы подходите к нему, у него будут тут квесты. Я хочу получить такое-то оружие, такое-то, такое-то. Их всего будет 5, то есть всего 5 топовых стволов у вас в этих скинах. Вы у него их берете, и все. После этого у вас в меню крафта, да, где вы можете скрафтить, у вас появится фейерверк, огонь, вода, дерево, металл, земля. Когда вы посмотрите на эти чертежи, то вы увидите, что вам нужна тут красный, зеленый, синий наполнитель, который выбивается с мобов, с руды, с выполнения заданий, со всяких квестов. Также вам могут выпадать при этом картонная трубка, деревянная палочка и фитиль. Да, то есть они также выпадают вместе с этими вот предметами. Также вам потребуется еще купить спички и найти изоленту. Чтобы не считать, я уже все посчитал, вам потребуется, чтобы все пушки купить, вам потребуется насобирать 300 единиц наполнителя каждого цвета. И, соответственно, 5 трубок, 5 палочек, 5 фитилей и так далее. То есть, да, 5 коробок спичек и 5 изолент. Все. Имейте в виду, что этот квест одноразовый. То есть, вы не сможете вечно подходить к этому персонажу и брать его, да. То есть, один раз вы скрафтили эти предметы, все. Больше вы крафтить их не можете. Поэтому, если вдруг решите их продать, то как бы на свой страх и риск, если вдруг коллекционируете. Итак, сейчас я вам покажу, как это делать. У меня уже все собрано в хранилище. Извиняюсь, что приходится бежать. Так, вот у меня есть 300 красный, 300 зеленый, 300 синий. У меня есть деревянная палочка, фитиль, трубка, спички, изолента. Имейте в виду, что во время этого ивента у вас крафтятся фейерверки, и фейерверки могут запускаться только ночью. Ночь считается с 22:30 до 5:30, так что, как видите, сейчас 04:47, у меня еще есть немножко времени, поэтому я крафчу огонь, вода, дерево, металл, земля. Окей, я их накрафтил теперь. Я просто их буду запускать. Да, то есть установить предмет нажимаете, ставлю, ждем. Ух ты, даже символ появился, прикольно. Так, дух огня может быть завершен. Я могу, в принципе, думаю, к старцу подойти, но сначала я запущу все эти предметы. Я сразу их поставлю, чтобы времени не терять, потому что у меня его не очень много. Не знаю, что это за иероглифы, что они значат, даже не буду предполагать. Даже не буду искать. Вот, все. Задобрить дух такой-то, такой-то может быть завершен. Как вы видите, у меня на почту ничего не пришло, в инвентарь ничего не добавил, соответственно, я должен вернуться к NPC, чтобы выполнить квест. Мне удалось добыть дух. Это было достаточно сложно. Сложно, наверное, только наполнительно собирать. Дух воды. Это было сложно. Дух дерева. Это было сложно. Дух металла. Очень сложно. И дух земли. Так, что мне дали в итоге? О, я за выполнение квестов получил эти же наполнители. Какие-то сладкие рисовые шарики, мандаринки, но не суть. То есть вы видите, что вот у меня выпало 5 вот этих вот оружий, да? То есть L96, вепрь, металл MSR12, ПДВ... и МСР-10. Короче, все топовые стволы, по сути, после 35 уровня. Я не буду вам их тут показывать. Если вы хотите их посмотреть детально, еще до того, как вы их выбьете, вы просто заходите, как всегда, в магазин. И тут они у вас в особых предложениях или во вкладке оружие тоже. Да, то есть, если вы посмотрите, тут они где-то в конце должны быть. Ну, нет, они тут перемешиваются. Лучше смотрите, короче, в особых предложениях. И вот тут, когда вы нажимаете на любой предмет, да, то есть я нажимаю, допустим, на L96, у вас есть 3D-просмотр,
информации, вы все можете посмотреть об этом оружии, прежде чем его выбивать. Вот, от себя добавлю, что скины действительно хорошие, то есть в отличие от, допустим, тех же скинов крепких, да, крепкий камуфляж, который красит все без разбору, что является на самом деле косяком, потому что затвор никто в реале красить не будет, это, ну, это порча оружия просто. Вот, тут вроде все основные элементы, которые не должны быть покрашены, они не покрашены. По крайней мере, на L96, поэтому скины довольно хорошие. Вот, собственно, и все. Всем спасибо за внимание.